«Стройиндустриям 2017. Это 28-й специализированный форум. Здесь ведущие представители строительной отрасли говорят о достижениях. Строительные материалы, технологии и оборудование здесь как своеобразный итог работы за год. Но, пожалуй, главное – презентация нового жилья. Ведущий застройщик города «Стройпромсервис» считает своей гордостью почти десяток крупных жилых объектов. Самый главный у нас упор – это последние годы на качество. У нас шикарные подъезды, это, соответственно, ландшафт мы создаем. Внешний вид – как внутри здания, как интерьеры, так и экстерьеры. Сегодня на стенде варианты комплексной жилой застройки. Окские просторы, жилой комплекс в экологически чистом и живописном месте с развитой инфраструктурой, детским садом и школой на территории. Окские просторы, где в общей сложности будет 115 тысяч квадратных метров. Сейчас дано 2 дома и еще получаем разрешение на строительство 5 домов. Жилой комплекс «Звездный» получил свое название из-за уникального местоположения. Это самая высокая точка города. Но самый грандиозный проект – это Шереметьевский квартал. Сейчас там построен уже 50 тысяч квадратных метров. Также сейчас проектируем и будем надеяться, будет построена в 2018 году школа на 500 мест и детский сад. Современные комфортабельные коттеджи – это два поселка – Новый Посад и коттеджный комплекс «Окские просторы» – соединили в себе все преимущества городской и загородной жизни. Строительство разнообразное – дома из клееного бруса, дома каркасные, деревянные, дома кирпичные, ну и любые другие по желанию заказчика. Построить коттедж своей мечты предлагает домостроительный комбинат «Русский дом». Это современное производство домов из клееного бруса. Здесь можно заказать как проект целиком от фундамента до кровли, так и выполнить только деревянную часть на старом фундаменте. Продукция высокотехнологичная, клееный брус. Предприятие уже существует порядка 6 лет. Достаточно разветвленная сеть приема заказов. Стенд компании «Русский дом» стал одним из наиболее ярких и запоминающихся на выставке и собрал около себя наибольшее количество зрителей. В центре дома крепкий и выносливый бамбук, как символ силы и стойкости.